Всем привет! Сегодня 4 апреля, выбрался на рыбалочку. Несколько дней была погода такая не очень, сильный ветер. Вот во вторник был дождь, в среду вчера вот немножко был, с утра, по-моему, дождик. А во вторник вообще ливень был и сильный ветер. Сегодня более-менее нормально, хотя вот сейчас ветер уже тоже разошелся, в принципе, дует нормально. Перешел на то место, где ловил жерехов, попробовал покидать. Воблер не летит, потому что ветер стал чуть в лицо дуть. Я пошел дальше искать место. И вот здесь более-менее такое местечко, где затишка. Вот здесь за углом, в общем, ветер не так сильно дует. Тоже дует, но не сильно. Хочу здесь попробовать. Место вот интересное, отличается от того, потому что здесь практически сразу у берега идет свал. Ну, как на глубину. А там, где я жерехов ловил, там такого не было. Там он дальше был намного. Сначала миляк шел. Хочу сегодня половить вот на лайтовый спиннинг. От 4 до 18 грамм. Я думаю, на него будет поинтереснее вываживать. Попробую. Ну, он воблер вообще сносит. Ветром сдувает. Ну, я говорю, здесь глубина хотя бы. Сразу вот практически 2 метра. И сразу идет свал на глубину. А там миляк метров, наверное, 10 сначала идет. Потом только свал. Да, ветерок сегодня прям вообще. Здравствуйте! Вот и он на первом забросе. Мелкий. Я не помню, это может щучка даже. Да, щучка. Щучка взяла. Нифига себе на первом забросе. Может щука здесь будет. Ну, щука небольшая, конечно. Такую брать можно. Здесь 100% есть 32 сантиметра, но я отпущу, пожалуй. Вот такая щучка попалась. Давай. Да, на лайтовый спиннинг, конечно, сразу чувствуется. Что-то хорошее прям. Тут и огоря пролетает вон. Да, что-то хорошее вроде. Вот это трешечка будет. Трешечка. О, какой! Трешечка 100% есть. Вот это да. Фух. Офигеть. Здоровый. Самый крупный клюнул из тех, которых я здесь ловил. Надо его взвесить. Вообще красавец какой. Вот это да. Во, какая пасть. Я думаю, где-то трешка будет. Может, чуть меньше. О, ровно. Ну, 3 килограмма 50 грамм. Вот такой красавец. 3 кило. Обалдеть. Слов просто нету. Просто в шоке. Здесь что нравится, сразу практически уже идет глубина от берега. Вот так вот. А тут прикол, сейчас покажу. Вот жерех лежит, а вот черепаха. Здравствуйте. Сейчас холодно. Вот она как зимовала, видать, вся в илу. Холодно, еле двигается. Холоднокровные. Давай прячься. Только они вот могут рыбу пожрать. Давай, иди отсюда.
подальше. Да, вот это я понимаю, жерешок. О, какой красавец. Да, вот тут здесь грязь, конечно, после дождя. Жесть. Забросы сейчас хорошие, пока ветра нету. Есть шанс жереха поймать. Есть слабая поклевка, что-то небольшое. Окунь. Причем небольшой-то окунек вроде. Все равно соблазнился. Сегодня, короче, и щука, и окунь все клюет. Что-то мне сегодня не получается жереховую поклевку заснять. Долго не клювало, и вот он. Хороший. Но не тот, и не как тот. Эх, такой. 700 где-то, 600 может быть. И тоже, что интересно, два крючка воткнулось. Что-то не получается у меня сегодня поклевочки заснять. Вот он же жерешок еще один, я его отпускаю, таких сегодня буду отпускать. Что ты какой бодрый. И ветер подул. Такими периодами то дует, то не дует. Тут вот черепах много вдоль берега. Сейчас покажу. Вот они. Вот одна. Там вон еще одна. Вот еще одна черепаха. Там еще две. Это европейская болотная черепаха, занесена в Красную книгу. Скорее всего, это они еще после зимовки здесь. На дне зимовали. Все грязные, в илу. Вода еще холодная, еле двигаются. Хладнокровные, потому что... Давно не было поклевок. А, это окунь, похоже, хороший. Да, это окунек. Неплохой такой. Стоять, 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 стоять. Хорошее окунище. Я его поймал руками уже под конец. Не, ну это прям окунек такой. Прям зачетный.
Время уже обед. Я сейчас сделал переход, перешел на другую сторону. Жерех вообще не клюет. Вот как утром я поймал. Я поймал сегодня 3 штуки жерехов. Первого маленького поймал, ну где-то до килограмма такой, 900 грамм, 800 может быть. Я не снимал, я его отпустил. Я сначала просто пробовал, потому что я в другое место ушел. Посмотреть думал, будет там жерех, нет. И потом вот трешку поймал, и потом, ну может полторашку, может кило 200, вот тоже отпустил. И все, даже ни удара не было. Еще пару окуней ловилось, одного хорошего взял окуня. Еще его не взвешивал, и все. Вон ветер какой поднялся. Волна лодку качает. Воблер было трудно кидать. Его сдувало постоянно тоже. Здесь такая травка зеленая, прям приятно. Ну что, уже все-таки это апрель идет. Сейчас хочу попробовать половить на доночку. Здесь ямка тоже. Не успеваю даже за ней. Норка. Тут шустрая. Клевал. Ну правильно, густерчик мелкая, совсем мелкая. Густера. Ой, красавчик. Это его можно взвесить. Все, 2 рыбы сегодня взял, остальное все отпускал. Да и особо-то клево-то, говорю, не было. Че, ровно полкило? Вот такой жерешок попался сегодня достойный. Была, конечно, надежда, что еще будут ловиться. Но все перестало, вообще странно. Хороший. Какая у него махалка огромная. Вот моя ладонь и махалка у жереха. Обалдеть. Мощная рыба. Вот такой сегодня день на рыбалке получился. Когда дует ветер сильный, прям какая-то апатия, снимать ничего не охота, потому что камера трясется. Ветер постоянный, блин, этот шум в камеру. В общем, всем спасибо за просмотр. Не знаю, было интересно или нет. Вообще, буду это видео выкладывать? Нет, что-то оно короткое, мне кажется, будет. Тут, короче, вот я целый день сегодня ловил, целый день кидал. Все пробовал, разные места менял. Бесполезно. А по сути, ничего не снял. Всем пока.